Всім привіт і слава Україні! Я Дмитро Антонов, і ви на моєму каналі, а я з України. 55-й день війни, Україна сражається. Немножечко поговоримо о том, что происходит на фронте. Основные, конечно, действия разворачиваются на востоке Украины. Вторая фаза. Говорят, вот-вот начнется. Это она началась уже давно-давно. Просто, что у рашистов ничего не получается. Попытки атаковать происходят каждую ночь. Збройные силы отвечают. Атаки отбиваются. Достойно. Во главе рашистской армии сейчас поставлен генерал, относительно новый, потому что старых посадили всех на данный момент. А этот новый, он работал военным в Сирии. И вы можете посмотреть, что он сотворил с городом Алеппо. Даже во Вторую мировую войну таких разрушений не было нигде. То же самое он хочет сделать и с Украиной. Идет бомбардировка, уничтожение, продолжается уничтожение Мариуполя. Дал он команду на применение бомб ФАБ-3000. Это ужасная бомба, которая по своей мощи буквально на чуть-чуть отстает от тактического ядерного оружия. Херсон сражается, пытается провести выборы, назначить своих коллаборационистских руководителей херсонские органы власти. Но местное население, украинцы, які живуть у Херсоні, роблять спротив. И я уверен, что ничего у них не получится, у рашистов, для того, чтобы создать какую-то свою власть. Мы в этом плане обязательно победим. Обстреливают, очень сильно обстреливают Харьков, да. Продолжают стрелять и по Киеву, и по Чернигову, и по Львову. Наносят ракетные удары. Военно-морские силы рашистов, мы уже знаем, понесли такую огромнейшую потерю. Это крейсер «Москва». Крейсера нет, личного состава нет. Как всегда, пропаганда молчит. Куда делось 500 человек, никто не знает. Людей нет, говорят, пропали без вести. Вот так вот в море пропали без вести. Никого найти не смогли. Немножко отвечу на вопросы, которые вы задаете регулярно. Немаловажный вопрос – это создание фонда. Вы тоже задаете об этом много-много вопросов. Фонд будет создан после окончания войны. После того, как проект МРИИ будет полностью оговорен, сверстан, осмечен, и мы поймем, какое же количество денег необходимо для того, чтобы самолет восстановить. Фонд должен создаваться только на условиях честности, полной прозрачности, взаимопонимания со всеми, кто туда будет вносить деньги, и понимания, куда эти средства будут затрачены. В конечном итоге четко каждый инвестор должен понимать, что вот эта система, эти приборы какие-то другие части самолета, это сделано с учетом его вклада. И это будет одно из самых главных условий. Тогда проект будет жить. Сейчас пока еще рановато. Давайте завершим войну. О возвращении наших представителей, коллег, которые должны были приехать в понедельник из Лейпцига. Я же говорил, что из 5 человек, завязанных в махинациях с захватом офиса в Лейпциге Antonov Logistics Alice, вернулось только 2 человека. Остальные где-то растворились по дороге. Ну что, люди самостоятельные, взрослые. Правоохранительные органы работают, практически на всех уровнях работают. Будем надеяться, что следствие будет завершено. И раз они не вернулись, по всей видимости, существуют у них какие-то опасения по судьбе своей личной. Но вопросы, касающиеся МРИИ. Мы маємо МРІЇ, ми обов'язково будемо будувати другу МРІЇ, але це трапиться після закінчення війни. Почему? Потому что я только что сказал, что обстрелы продолжаются. И афишировать, где это будет происходить, как это будет происходить, кто будет участвовать, пока немножечко рано. Но это обязательно будет. МРІЇ будет иметь такой же внешний вид. Это я практически на 99,9% уверен. Вся внутренность его, то есть электроника, управление, это будет от передовых авиационных производителей мира. Обязательно с ними
будем стыковаться и работать в этом направлении. Тем более, такая модернизация будет использована затем и на наших АН-124. Сейчас небольшой сюжет про наш огромнейший самолет. Это произошло где-то с полгода назад. Выполняли полет из Франции в Израиль. Так что смотрим взлет Шатару, посадка Тель-Авив. В Тель-Авиве мы с Андреем в кабине экипажа встретились с послом Украины в Израиле. Было очень приятно. Показали ему самолет. А сейчас смотрим сам полет. Закрылки 35 выпускаются. Читаем карту на исполнителя. Антона Бюро 3473, ready for departure. Antonov Bureau 3473, Shuttle to Air, runway 21, clear for takeoff, wind 280 degrees, 5 knots, report 2000 feet climbing. Часы пустить, фары большой, отпускают тормоза, поехали, по команде увеличиваем. В тормозах 0, прогреты. Номинал. Нормально, никуда не бить. Окей, ну это колесо. Режим увеличивается. Номинал параметр. Взлетный. Номинал норм. Режим взлетный устанавливаю. Рут режим взлетный. Взлетный 120. Параметры в норме. Растет скорость. 150 контроль. Нормально. 170. 190. 210. 230. 250 рубеж. Взлет продолжаем. 260 метров. Поднимаем. 270. 280. 290 отрыв. 2 метра. Шасси убрать. Шасси убираются. 200 метров. Шасси убираются. Фары маленькие убраны. Хорошо. 228. 243. Берем 243. Двигаться нажмите. Нажимаем. Сейчас все убрано, створки закрыты. Кран нейтрально. Нейтрально останавливаем. Следующий курс 195. Есть. Чуть-чуть выше. Приняли, прибрали. Прибрали. Убрал. ПМГ стоит. 3 километра. Высота 100 полсотни. 150. На присаде. Минимум. 140 метров. 130. Фары большие включены. 120. 110. Чуть-чуть поддержим. 100 метров. 100. 90. Поддержим. 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 80 метров. Сейчас вниз просто пойдем, а потом... 70. 60. 60. Полсотни. 45. 40. 35. 30. 25. 20. 18. 15. 12. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1,5. Метр. 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 Полметра. Ноль. Скорость 250. Это рецепторы вышли. 240. 230. 220. 210. Все на реверс. 190. 180. 170. 160. 150. 140. 130. Освобождаем. 120. 110. 100 километров. 90. 80. 70. 60. Alpha Delta Bravo 3473, taxi left on Kilo. Left on Kilo 3473. Влево на Kilo. Alpha Delta Bravo 3473, contact ground 118.05. Good day. 118.05. Все напрямую. Thank you very much again. Good day. Обогрев. This is 443. Go tell Nana Bravo. Push and start approved. Смотри, где справа. To release point 24. Facing north. Ага, он вышел, чувак.
Все, это тот, который в машине ехал, вот он вышел. Сейчас он будет стоять. Принял. Поехал вправо. Прямо. Charlie Papa, Yankee, I'll check in advice. Thank you very much. Слава Збройним силам України! Слава Україні! І смерть ворогам! Задавайте вопросы, буду отвечать понемножечку каждый день. Интересные вопросы, надеюсь, у вас обязательно найдутся. И обов'язково далі буде. До послезавтра. Пока!